на рынке Журдой. Мы здесь сегодня собрались все люди, которые здесь торгуют, которые привозят, отправляют грузоперевозки. И цель, как бы, да, как бы мы хотели бы потребовать, чтобы цены снизили на растаможку, потому что 6 сентября цены на растаможку поднялись один к одному. То есть многие люди об этом даже не знали. Мы 2-3 дня назад звонили в центральную таможню, там сказали, цены вообще не поднимаются. А хотя вот 6 числа, да, у нас уже фуры стоит на границе, и растаможку они уже требуют по 1,5. Хотя раньше было 0,85. И вот перед фактом ставить обычный народ, который как бы сам по себе, сам себя кормит, не то что себя, своих родственников, свою семью, и сувать палки, ну, я лично считаю, что как бы, я не знаю, можно было из других мест, наоборот, нужно было, наоборот, даже, я думаю, нужно было поддержать, чтобы, потому что здесь сколько контейнеров, все они платят, то есть покупают, ну, берут патент, платят какие-то налоги, растаможки, например, растаможка одной фуры обходится где-то 1,5–2 миллиона сомов, и если, ну, как бы открыто говорить, многие знают, что у нас идет реэкспорт, около 70% товара, который к нам заводится, они идут на реэкспорт в Казахстан, в Россию. И сейчас, так как цены подняли, мы уже не способны конкурировать с остальными. Мы просто как бы угробим свой рынок. Бүгіне байланысты сіздерді ешкерлерді соғылып тұрауыз. Бүгінен бір талауыңызды шын, әмде сәрттен шын, астамышқа басы көтерліп жатат. Бошылдыңды керекті, кешен оғандар керекті, бір түсіндірме, түсіндірі берсе деген талапты қой отауыз.